2-0 динамовцы вели в серии чуть больше недели назад. Болельщики очень надеялись, что успех хоккеисты закрепят и на выезде в Саратове, чтобы потом дома уверенно выиграть и выйти в финал. Но идеальный сценарий не случился. В Саратове обе встречи наши проиграли. Перед пятой домашней игрой мы с соперниками вновь были на равных 2-2. Но и пятая встреча сначала будто не задалась. Я считаю, немного мы перегорели в начале. Именно, то есть был переизбыток эмоций, желания, и поэтому первый период получился очень нервный. Поэтому мы много удалялись, мало играли шайбой. Переизбыток эмоций сказался и на счете. Первый период барнаульцы проиграли 1-0, а вот дальше собрались с мыслями и, как говорится, полетело. 4 шайбы во втором периоде и 3 в третьем. Динамо Алтай, Громит, Кристалл, 7-1. Первый период, в общем, мы отыграли неплохо, была травмная игра абсолютно была. Во втором периоде удаление уже были у нас, соперником воспользовался. Ну, как бы выигрывает тот, кто меньше ошибается, кто больше этого хочет. После пятого матча счет в серии 3-2 в пользу «Динамо Алтай». Напомним, что команда играет в полуфинале до 4 побед. Так что завтра, 29 марта, матч в Саратове может стать решающим. Если «Динамовцы» одержат победу, то выйдут в финал Кубка. В случае проигрыша заключительный поединок состоится 1 апреля в Барнауле. Болельщики очень верят в команду и ждут ее в финале. Тем более, что попасть туда «Динамовцам» всегда что-то мешало. Дмитрий Дроздов, «День с толком».